пятницу на канале НТВ Америка смотрите программу «Персона Грата». Фотоаппарат у меня выхватывают из рук. За последние 9 лет он посетил более 85 стран. Сделал портреты сотен людей из разных уголков планеты. Тебя ни разу не обворовывали? Рюкзак открываю, там камеры нет, ноутбука нет. В Африке он попал в тюрьму. В Индонезии переболел малярией. В Монголии чудом спасся от пурги. Но, тем не менее, он продолжает свои увлекательные путешествия. Начинает стрелять в воздух. При мне начинает бить какого-то прямо человека, прямо у меня на глазах. У нас в гостях этнический фотограф, кочевник, путешественник Александр Химушин. Пятница, 9:30 p.m. на канале НТВ Америка.